Установить погоду в доме с помощью одного телефонного звонка. В Самаре работает горячая линия по вопросам отопления. По сигналу в департамент ЖКХ и районной администрации на каждый заявленный адрес выезжает группа специалистов. И уже до обеда следующего дня они должны отчитаться, как решили проблему. За 2 недели работы горячей линии диспетчеры приняли более 1200 заявок. С каждым днем жители звонят все меньше. Отопительная система вошла в свой рабочий ритм. Рапортуют на оперативном совещании в городской администрации. Анализ поступивших заявок показывает, что если мы за первые 5 дней имели среднее количество обращений в день порядка 180, то на 6-й день работы горячей линии количество обращений уже значительно упало. Сегодня все дома подключены к отоплению. Если тепла нет, нужно разбираться с каждой квартирой индивидуально, говорит первый замглавы города Владимир Василенко. Также он обращает внимание подчиненных. Устранять коммунальные аварии теперь нужно в 3 раза быстрее. В первую очередь обеспечить качественными энергоресурсами населения. Вот это задача всех сидящих здесь людей, кто на этом отвечает, знает и работает. Восстановительные работы на местах аварий бригады ведут и днем, и ночью. Круглосуточно принимают и обращения от жителей на телефон горячей линии в департаменте ЖКХ, который вы видите на экране. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Константин Головин. События.